Нигал, друзья, в этот замечательный солнечный летний день в городе Джианин, недалеко от Шанхая. Собственно, у меня просто закончился гель для душа. Я решил выйти в магазин, чтобы купить новый. Погода примерно вот такая. Я думаю, что просто на обратном пути из магазина я, наверное, этот гель для душа использую еще до прихода домой, потому что льет реально как из ведра. А я думаю, гель для душа мне, может быть, даже не пригодится, потому что я скупаюсь по пути в магазин. Здесь охрененно глубоко. Я уже иду по колено, я просто не знаю, стоит ли мне идти дальше. Я действительно серьезно думаю, что стоит возвращаться. Потому что пипец просто, я вам говорю. Тут можно плыть уже брасом, я не знаю. До светофора еще достаточно далеко. Вокруг все в воде. Я, наверное, пошел обратно. Возвращаюсь домой. Промок. Дальше решил не идти, дабы не замочить труселя. Со мной идти никто не захотел, поэтому снимать приходится на такой селфи-палке под названием «Моя правая рука». До следующих видео, друзья. Чао, какао, бабай.